Всем привет, с вами Форд, и сегодня мы продолжаем обзор автомобилей в игре City Car Driving. На этот раз я решил обозреть японский компактный кроссовер, а именно Nissan Qashqai. Вот так вот у нас он выглядит внешне. Достаточно интересный автомобиль. Это рестайлинговая версия первого поколения 2010 года. Давайте посмотрим, что у нас в салоне. Вот такой салон. Достаточно простенький, но тем не менее все необходимое у него есть. Так, настроим наши сидушки. Пристегнули, сняли с ручника, завелись. Ну что, в путь. Машина бодренько стартанула. У нас не полноприводная, переднеприводная версия. С двухлитровым двигателем мощностью 150 лошадей. Шестиступенческая механическая коробка передач у данного агрегата. Вообще, это первый компактный кроссовер в линейке Nissan. Его конкурентами являются Ford Kuga, Nissan Sportage, Volkswagen Tiguan и другие. Некоторые из его конкурентов появились раньше на свет, поэтому Nissan не дремнил и выпустил такую интересную машину. Вообще автомобиль сам по себе очень даже неплох, потому что цена-качество у него очень хорошее. То есть за относительно небольшие деньги вы получаете все удобства, которые присущи всем современным иномаркам. То бишь это и климат-контроль, это и электроусилитель, это и, понятное дело, стеклопакет, точнее электростеклопакет, вот, и все такое. Так, попробуем немножко по динамике, что у нас машина может. Ну, в принципе, бодренько едет. Нельзя, понятное дело, сказать, что это какой-то там суперкар там или еще что-то типа того, нет, но как для своего класса он достаточно приятен. И вообще, я сейчас веду данную машину, и никаких каких-то негативных эмоций автомобиль не вызывает. То есть достаточно приятно его вести. Машина как бы вроде как кроссовер, но тем не менее ведет себя как легковушка. И в первую очередь он предназначен не для покорения каких-то там бездорожья, особенно в нашей переднеприводной версии, а больше так, для езды по городу, для того, чтобы вы могли попарковаться на каких-то бровках и тому подобное. То есть такое легкое-легкое бездорожье. Так, Chrysler, что стоим, проезжаем. А, там у нас еще впереди Toyota была. Ну ладно. Ай, елки ж ты палки, да что ты будешь делать? Chrysler, Chrysler, как ты мог? Так, ну что, ребята, попробуем немножко динамику. Разгон до 100, потому что, как вы знаете, у меня появился Race Logic, и по нем можно делать замеры. Квотер мы, наверное, мерить не будем. Хотя посмотрим. До 160 тоже разгоняться не будем. Вот, но разгон до 100 попробуем. Итак, раз, поехали. Давай, родной, пошел. Слышим, есть букс. Потом еще попробуем без букса. Может быстрее разгонится так. Эх, пропустил передачу. За 11,3. А ну-ка, квотер. Квотер у нас. Квотер за 18,3. В принципе, достаточно неплохо для данного класса. Тормоза нормальные, но чуть-чуть бы хотелось бы помощнее. 11,1. Точнее, 11,13, если быть точным. Разгон до 100 у нас показал сейчас Race Logic. Но я немножко тупанул там с третьей передачи. Нормально не переключил. То есть мы попробуем еще раз разогнаться. Плюс был букс. А всем известно, что букс это не очень хорошо для разгона, поэтому будем пробовать наново разогнаться. И напоминаю, квотер 18,3. Но это понятное дело, что для автомобилей данного класса это не критически именно динамика, потому что больше важно там, не знаю, тот же расход по городу, комфортность и тому подобное. Так, у нас здесь, как обычно, красный свет. Подождем. Поставим автомобиль на ручник. Давайте проезжаем. А ну-ка попробуем с буксом.
А, ручник же, елки-волки, дурак. Да, есть он, родной. Ну, букс, потому, почему? Потому что достаточно неплохо автомобиль по мощности, плюс у него передний привод. Вот она вам и буксует. Так, сейчас выйдем на какую-то прямую, попробуем еще раз динамику. Я думаю, я покажу немножко больше, чем 11.1. Должен, по крайней мере. Заводские у него порядка 9 секунд, может до 10. Так, включим аварийку на всякий случай. Так, еще раз. Где-то давайте, наверное, с 3000 рушим. Был легкий букс, но не критический. Так, поехали, поехали, поехали. Давай, 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 давай. И у нас 11.8. Ни хрена себе, еще хуже показал результат, чем был. Аквотер за 20.15. Эх, тормоза, что ж вы такие не супер мощные. Нет, тормоза здесь явно слабее. Ух ты ж, ничего себе. Что это такое было? Нифига, меня кто-то в бочину влупил. Нормально. Да, вот что значит проезжать и не смотреть по сторонам. Ребята, в жизни такого не делайте, понятное дело. Нужно всегда смотреть по сторонам. Вот так вот налево посмотрели, направо. По зеркалам, заднее зеркало желательно глянуть. И тогда уже можно ехать. Потому что иначе будет такое, как только что у меня произошло. И скорее всего, что первые новые мои зрители, которые только увидят этот ролик, скажут: ох, ни хрена себе, да ты не умеешь ездить, да ты такой-сякой. Нет, с ездой у меня как бы с вождением все нормально. Просто вы тоже должны понимать, что не так уже и просто следить за дорогой, смотреть, чтобы камеры работали нормально, чтобы все было хорошо, и еще и рассказывать вам что-то об автомобиле и вообще. Так, ладненько, это все такое. Заедем на наше легкое. Ух, как я влетел. На наше легкое бездорожье. Попробуем, как здесь себя автомобиль ведет. Ну, в принципе, ожидаемого. Ничего сверх такого нового. Машина в меру мягкая, в меру жесткая. Но больше все-таки мягкая. Это кроссовер, а не спортивный автомобиль. То есть едет он достаточно комфортно. Ну, по крайней мере, как для своего класса, так точно. Если его сравнивать с другими паркетниками, особенно с русскими, допустим, той же Chevrolet Niva, вот, то, конечно, небо и земля, этот намного приятней. Так. Еще буду сейчас пробовать тестировать ее на более серьезном внедорожье. Все-таки паркетник, понимаю, что городской, там вся фигня, но, тем не менее, хочется попробовать именно еще и внедорожные качества, что он там, ну, на внедорожье показывает. Сейчас мы заедем, как вы, я уже думаю, догадались, на горную местность. Посмотрим, что там машина нам покажет. Так, сейчас я уже точно по сторонам посмотрю, а то так жестко влетел. Давай, 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 пошла, пошла, пошла. И вот я думаю, может еще раз динамику замерить, или уже потом, или хватит. Не знаю, но просто 11.8, 11.1 это для двигателя 2-литрового 150 сил с одним пассажиром, это как-то немножко слабовато, если честно. И самое интересное то, что как бы по вождению, вот как я сейчас еду, я не чувствую дискомфорта, динамики хватает с лихвой на самом деле, то есть все нормально в этом плане. Но тормозов разве что конкретно, я бы сказал, не хватает, но то такое, я уже по чуть-чуть начинаю придираться. Вот. Интересно, пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Почему вот разгон автомобиля с двигателем 150 лошадей, масса данной машины относительно небольшая, думаю, больше чем полторы тонны он не весит. Вот, и он всего лишь как бы, ну, не особо бодро разогнался, честно. Ну, что это такое? Ну, куда ты тормозишь? Ну, блин, я, конечно, понимаю, что я не прав, надо держать дистанции, все дела, но, блин. Нельзя так тупо вот на ровной дороге тормозить. Причем дорога ровная, никаких ям нету. А он тормозит. Это не есть хорошо. А так как у меня тормоза, вы уже поняли, не очень, то, соответственно, и получаются такие вот неприятные аварийные ситуации. Так, сейчас будем съезжать на бездорожье такое нормальное. В горах попробуем, как он себя ведет. Как он тянет там и все такое. Ну что, попробуем со второй передачи выехать. Вытянет он или нет? Ну, давай, давай.
Нет. Видите, вторая передача вообще не канает ни разу. Не вытащил он у нас. Надо на первой. Давай, 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 давай. Что это за дела? Не понял. Мы что, не сможем даже на гору выехать или что? А ну-ка, не балуй. Давай, давай, давай. Я здесь даже на лазе в автобусе выезжал, а тут на Кашкай не вытащу. Ну слабенько, слабенько тянет. Смотрите, на первой передаче газ, вот вы видите, да, по камере в пол. Вот, уже немножко ровнее дорога стала, он начал тащить. Ну, блин, выезд, конечно, был у него сложный. Ну, это еще связано, опять же таки, повторюсь, с тем, что автомобиль переднеприводный. Он просто напросто, когда выезжал на гору, буксовал и поэтому не мог вытащить. Вот сейчас, когда уже дорога более-менее ровная, нормально все тянет, тут можно даже немножко подгазнуть, он разгоняется, все нормально. Сейчас еду на третьей передаче, 3000 оборотов, даже меньше, 60 километров. Нормально, никаких особых таких вопросов не вызывает и нареканий. Сейчас будет там немножко позже такой интересный участок, на котором я тестирую все внедорожники. Посмотрим, как он справится. Но вообще, я уже за вот этот время, когда я его тестирую, за этот тест-драйв, я уже пару раз черканул и передком, и днищем, поэтому с к посадке автомобиля, к высоте посадки точнее, тоже есть вопросы. Но опять же таки, чем ниже посадка, тем автомобиль более управляем, а машина все-таки более городская, чем для внедорожья, поэтому такая вот ситуация. Ничего себе раскачивает. Да, мягковатая подвеска на самом деле. Можно было бы и пожестче сделать. Ну, мне так кажется, на мое субъективное усмотрение. На самом деле я могу ошибаться. И кому-то мне будет, например, мягкая, кому-то будет жесткая. То есть это так уже, но любители. Так вот так у нас начинается тот момент, когда машина может просто-напросто загрузнуть. Вот этот, например, участок. Нет, нормально прошел. Даже не черканул. Интересно, я тут даже на Гелендвагене умудрялся черкать. Очень интересно. Но машина буксует, буксует, не хватает ей полного привода. Все-таки, если будет желание приобрести данный агрегат, ищите, ребята, с модификацией с полным приводом. Она будет, понятное дело, немножко дороже, но оно того стоит. Так, оттормаживаемся, оттормаживаемся. Тихо, 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 тихо. Да, не, ну еще, конечно, может быть такой вариант, что у нас стоит дорожняя, обычная городская резина, а мы выехали в горы. Возможно, и с этим еще связано то, что тормоза в горах еще хуже, чем на дороге. Что-то я заакцентировался с тормозами, но, тем не менее, знаете, вот недостатки тоже нужно называть машины, и никогда не надо говорить, что машина вот идеальная, прям, потому что идеальных автомобилей априори не бывает. Всегда есть какие-то, да не только автомобили вообще, это касается всего. Есть и недостатки, есть и плюсы. У данного автомобиля плюсы, я думал, что неплохая динамика, и она по сути есть неплохая. Но, так. Не понял, а где звук? А что это за прикол? Тихо, тихо. Ох, ох, нас несет, несет, несет. Давай, заводись. У нас автомобиль за... А, вот, все нормально. Причем, тоже такая штука. Вот, понятное дело, что машина с АБС-ом. Ну, вот я сейчас торможу. АБС-ка, ну, тихо. Даже не слышно, как она работает. Эх. Пишите, ребята, в комментариях, что думаете по этому поводу. Почему вот такая неудача у Ниссана с тормозами. Проблема ли это мода, или в жизни тоже такая же ситуация. Самому стало интересно. Так, выехали наконец-то на трассу. Немножко дадим. 120. Ну, блин, стрёмно разгоняться, если честно. Потому что машина реально с плохими тормозами. Ну, собственно, мы этого делать и не будем. Не будем быстро ехать. Не нужно это Ниссану, в принципе.
Он такой для размерной езды, крейсерская скорость, там, не знаю, 100-120 километров, что-то типа того, и достаточно. Больше ему и не надо. Даже вот и сейчас 80 еду, тоже, в принципе, хватает. Так вот, едем за маршруткой, и все. Понятное дело, что это не суперкар, там, и ничего такого. Но вот разгон за 11,8, это, конечно, печалька. Сейчас я попробую где-то найти опять прямую, если получится. И опять попробуем замерить разгон до 100. Вообще прикольная штука реслойчик, на самом деле. Меня очень прет. Она точная, потому что замеры идут по GPS. А самые точные замеры как раз идут по GPS. Вот, и интересная сама по себе. Блин, тут надо пропускать встречный транспорт. Как обычно здесь пробка. Давай, давай, двигай. Чё ты там, кого ты там пропускаешь? Ай, блин. Сейчас я сам пробок наделаю здесь. Ну, будете проезжать, нет? Чё, я сделал пробку или что? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, а давайте попробуем по этой стороне объехать это все дело. Особенно будет весело. Впишемся мы сейчас между знаком и бусом. Все, пошли нафиг. Давай, Ауди, проезжай. Ну не тупи, ну елки ж ты палки. Ну, ну, давай, подруга за рулем. Так, все, ребята, извините, но я никого пропускать не буду. Так, ладненько, пробуем замеры. Надеюсь, больше покажу. Пошла. Давай, давай. Ох, она и буксует. Блин, где мой полный привод, а? Опять затупил с третьей. Да что ты будешь делать? Вот, за 10 секунд уже. За 10 на 70 быть точным. Это уже лучше. Это значительно лучше, чем за 11. Вот раз за 17,8. Ну, тоже лучше, чем за 18. Давай. Даже до 160 нам удалось замерить. О! На встречку вылетел. Скорость. Ой, ладно, ребята, на сегодня все. Пишем комментарии, как вам видео, как мое окончание этого славного тест-драйва. Всем спасибо за внимание. Пока.